Приля, открий школьну тетрадь. Учиться, учиться, идем в первый класс. Все новое, все новое, все новое у нас. Новенькую форму на себя надели, новенькая ручка в новеньком портфеле, новые книжки, палочки для счета, новые тетрадки, новые заботы. Вот звонок звенит, заливается, смокли детские голоса. У ребят сейчас начинается жизнь новая полоса. Самый труд первый план, все труднее первый план, потому что первый раз. И так прошу все сесть за парты и вспомнить первый школьный день. Читай!
книжки добрые любить, и воспитанными быть. Учи в школе, учи в школе, учи в школе. Находить восток и юг, рисовать квадраты круг. Учи в школе, учи в школе, учи в школе. И не путать никогда острова и города. Учи в школе, учи в школе, учи в школе. И не путать никогда острова и города. Учи в школе, учи в школе, учи в школе. Про глаголы, про тире и про дождик на горе. Учи в школе, учи в школе, учи в школе. Наш
Мы теперь ученики, нам не до гуляния. Надо задать крючки первые задания. Вот мы с мамой под столом дружно забиваем. Вниз ведем, 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 плавно закругляем. Но противные крючки с острыми носами у меня из-под руки вылезают сами. Телевизор не глядим, сказку не читаем. 3 часа сидим, сидим, плавно закругляем. Поздно ночью спать идем, сразу засыпаем. И во сне ведем, ведем, плавно закругляем. Thank you.
росли, подросли. Сотни уроков прошло с тех пор, как первый школьный звонок позвал их в класс. И изменились взгляды ребят. Да, математика важна, и в жизни будет нам нужна. Но я мечтаю, скажем прямо, не принести его в рекламу. Вместо памперского чая ждет реклама у вас другая. Нами принято решение дать рекламу умножения. От модули отставать не будем. Пускай они узнают люди. Науку совместим с рекламой. Вот поделяется наша мама. Ну что, дадим рекламу, дети? Дадим. А ну-ка, выходите. Реклама таблицы умножения, дети, слушайте. Ну что, крепкая?
пришел домой, книжки почитали, мы наверняка дедушки кормили, и не Маша нам. Come on.
добростими людьми хорошими, были добрыми да пригожими, веселы будьте в будни и в праздники. Теперь вы взрослые, пятиклассники. Вы прошли 4 класса, учились и старались, не терялись в школьной массе, даже в классе выделялись. Поздравляем вас, ребята, это праздник для всех нас. Стали старше, знали больше, перешли в 5 класс. А теперь мы хотим вам вручить памятные подарки. Работа наша, конечно, сложная. Вы сами видите, что из маленьких не умеем.
пятый класс пришел. Что любили мы друг друга, дружба крепкая у нас. Вместе с нами наша дружба переходит в пятый класс. А с учительницей что же, расстаемся мы сейчас? Да, учительница наша переходит в первый класс. Да, но раз дело дошло до учительницы, наверное, слово предоставляется мне. Ну что, дорогие мои, я вас всех сердечно поздравляю, что вы закончили первую ступеньку знаний начальной школы. Желаю вам удачи, желаю вам терпения, желаю вам трудолюбия, ведь оно самое главное. Я считаю, что труд вам всегда поможет. Но вы знаете, что Татьяна Владимировна никогда не приходит просто так. У меня тоже здесь есть важный документ. Я приготовила для вас дипломы об окончании начальной школы. Хочу зачитать. Для каждого из вас у меня есть поздравление, поэтому я хочу зачитать и вручить. Диплом об окончании начальной школы вручается ученице 4 класса Казимировской средней школы Маянцевой Вере. Вере, подойди. Дорогая Верочка, все, что в жизни звучит красиво, я хочу подарить тебе. Чтобы ты была самой счастливой в этом мире, на этой земле. Поздравляю тебя, желаю всего хорошего. Диплом об окончании начальной школы вручается Саринайте Эрике. Пусть будет все, как хочешь ты, пусть ожидания не обманут, и все прекрасные мечты твоей действительностью станут. Поздравляю. Диплом об окончании начальной школы вручается Потапову Всеволоду. Пускай беда тебя не знает, пусть горе от тебя бежит, друзья пускай не обижают, и чтобы всем врагам назло, тебе всегда во всем везло. Оно не торопливое.
Зоя никогда не торопится и всегда выступает правильно. Относится к классу земного черепаха. Yeah.
первый класс. За эти годы наши дети научились многому, стали понимать многое, по-другому смотреть на многие вещи. Они стали более рассудительные, ответственные, и теперь готовы сделать еще один шаг на встречу уже более серьезной взрослой жизни. Дорогая наша Татьяна Владимировна, от лица всех родителей, позвольте сказать вам огромное спасибо, выразить сердечную благодарность, пожелать вам процветания в жизни, на работе, успехов, удачи везде и во всем, терпения, здоровья. И пусть под вашим руководством с начальной школы будет еще не один класс. Спасибо вам. Это чистота, уют в доме. И здесь еще находится два таких слоненка. Это символ процветания, долголетия, доброты. И все самого хорошего в доме. И здесь два. Значит, это удваивается. Поддержите, и, конечно, будет узнаваться в первое время. Надеюсь, что все будет хорошо.